Члены клуба «Активное долголетие» из Одинцовского и Русского городских округов отправились на экскурсию в Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина в поселке Большие Веземы. Вместе с группой на брендированном автобусе проекта «Активное долголетие» отправился в путешествие глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Экскурсанты увидели постоянные экспозиции и временные выставки, связанные с творчеством и жизнью великого русского поэта.